двойственное, такое осталось впечатление обогрета, потому что хочется все быстрее, чтобы получалось, но пока еще не все получается, что-то мелькает местами, а пока, конечно, работа очень много. Потому что функцию надо подтягивать, и тактики, сам себе в привычный момент. Удовлетворение свободное. Но работать надо, да. Готовиться к следующим играм, и там уже. И показывать лучшую игру и, соответственно, результат. Березинский с Трибунаком обычно вышли без нападающих, номинально. А в чем был план на игру? Ну, мы выставили более скоростные инсайды. Дальше было, естественно, не ключицепляться, а Шрамченко и Габок должны были подождаться. Если у Шрамченко это получалось, то, к сожалению, Габок не получилось. Понимаете, тренировать можно, но когда ты будешь играть с более классными, как тренировки, вроде все получалось. И получалось неплохо. Но когда выходишь совсем другие игроки, вот, те стоят тебе, и когда они более грамотно все это делают, то нужно вот более мощные усилия, более быстрое решение. Потому что были хорошие, но кто передачу заходит, то еще что-то. Поэтому время. Именно на Батэ у нас был такой план, да, что в какой-то степени Шрамченко и Габоты должны были сработать как два таких нападающих, но не получилось более оттуда убегать. Не всегда получалась промежуточная передача, когда нам нужно зацепиться, подстроиться, чтобы набрать определенную дистанцию и уже бежать за спину. Работа на предпочтении. Состав Батэ далеко от оптимального. На какие слабые стороны соперника акцентировали внимание при подготовке к матчу? Ну, во-первых, мы не знали, какой будет состав. И там непонятно. Подробности не вдавался, почему там не играют определенные игроки, что остальные, соответственно, кто будет, как в этом состоянии. То, что мы увидели, наверное, за полчаса до игры, вот от этого я отталкиваюсь, но прежде всего мы отталкивались, чтобы получилась своя игра. 3-4 раза за всю игру. То, что мы делали. Тем не менее, проблемы с центральной защитой в это. Да, поэтому должны были и Габок, и Шрамченко держать. Получилось, поднес, лежал. Были еще моменты, но по передаче, кто тех брать. Если бы у нас было еще 2-3 человека такого уровня технически оснащенных, как Игорь, это было бы более комфорт, что-то наигран, но это как пришел ученик музыкальной школы. Покуда он 100 раз не наиграет, мелодия не выйдет классно. И у нас пока так. Еще вопросы? В прошлом матче с этим соперником хорошо вышел Серп Роткович, перевернул игру, не было желания его выпустить, или он... К сожалению, мы вынуждены были сделать, карпой сломался, и пришлось убить человека, и у нас не хватило. Мы его планировали сегодня, да? А выход Остроуха в концовке, не все болельщики поняли защиту? Да, лимит. Мира неплохо шла игра, мы его подняли вверх.
тоже там были моменты. То есть мы сидим немножко хармонично. Еще вопросы? Зубович не попадает уже несколько матчей даже в заявку. Какое его будущее в «Динамо»? Последний раунд уже мне понравился, как сыграл за «Динамо». Получили. Надо дальше продолжать. Все будет так. Игроки должны показать свой уровень. Тогда их будет приглашать. А он тренируется с нами, все. То есть он входит в число 22. Я уже все покажу. Не поставьте мне, я покажу. А покажи, тогда лучше. Вот последняя игра из всех того, что он играл, это его было лучше матч, и видно, что правильно все понимает. Больше не понравится. Поставьте. На юг без конца лупит поворотом по 3-4 раза на игру сегодня, или 4, или 5 раз было. Это такое задание у него, или он самодеятельностью занимается? Ну, самодеятельностью он не занимается. Просто, да, немножко уже. Мистер Гликоли в голове, как мы говорим, то он не всегда правильно выбирает решение, когда бить, когда передачу делать. Но удар его хороший. И просто иногда не подготовлен. Когда в Ирландии мы играли, он мог там с этим вратарь, две девятки, таких выпустил. Так что это наше тоже дальнобойное оружие. После вашего ухода за поста спортивного директора нового человека не взяли, будет появляться «Динамо» кто-то на эту должность или конец, до конца года уже там работаете? Просто брать человека и ставить для того, чтобы занять штатное расписание какой-то получить. Подвешенно подойти, поэтому не рад директор и знакомиться с разными кандидатурами. Потому что ведь вся очень большая проблема, когда приезжают иностранцы. Нужно понимать наш интернет. Нужно знать наш уровень детского. Ну, с уровнем чемпионата можно познакомиться. Да, проблема, почему мало хороших молодежи. Точнее, она есть, почему она не подготовлена. Пожалуйста. Игорь Владимирович, вы сказали, что вы достаточно молодой. А вот на этом фоне хочу спросить, 39-летний Челядин Динский, он по уровню готовности, он дает слово молодой? Ну, пока молодого нет, чтобы Челядинского. У нас немая защита, второй год. Играл Бангура, он не мог подсказывать. С ними кто не играл, все равно все молчали. Даже приезжают, там на просмотр приезжали, даже те же там сербы, там другие. Что за команда? Вы молча играете. Нужен батька такой, взять, чтобы расставил по команде. Да, тяжеловато ему, но рядом с ним тогда пускай другие. Плюс он же коренной «Динамо». Почему он тебе лучше какой-то? Он вырос «Динамо». Он болеет за свой клуб.